огромная анализация, вообще не беспокойна. И здесь существует такая же огромная анализация, тоже предстоит ее распаковывать. И так далее. Как только мы нашли, мы вдруг договариваемся. Ну, я так как бы сокращаю, потому что надо все-таки создавать вам перерыв. Как только мы вдруг нашли, из чего состоит вот это вот вылезло, из чего вот это расширяться, и как мы узнаем, что вот здесь это уже в такой степени, что мы можем перейти сюда, то мы совершенно точно поменяемся. Почему? Потому что будут выработаны общие критерии. То, что ты делал, Саша, вот если бы это совсем-совсем реальная ситуация, ты обращался внимание сюда, к этому персонажу, да?